Гаражно-строительные кооперативы появились еще в советское время. Часто землю под их строительство выделяло предприятие. И сейчас у людей возникает проблема с регистрацией такой недвижимости. Эти кадры, снятые в микрорайоне Дашково-Песочный, металлические гаражи еще в советское время на улице Тимакова установили жители малосемейк, находящихся через дорогу. Официально оформлена эта недвижимость не была. Землю, на которой стояли гаражи, кооператив арендовал. После того, как аренда закончилась, людям предложили компенсацию. Гаражи вывезли, на их месте обещали разбить парк. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, большинство членов гаражного кооператива «Рубин» свои машины места поспешили приватизировать. Побоялись, что останутся без гаражей и без компенсации, если эту территорию в районе М5 Мол отдадут под строительство развязки. Приезжаем, и урожай их храним, и все как положено. В подвалах убираемся, чистим вот снег. То есть как бы это... Следим за всем этим. Машины сейчас нет, машины на улице. В основном здесь банки, склянки, инструменты и все такое остальное. Упрощение регистрации гаражей поможет решить большинство проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. В Росреестре обещают, что законопроект станет аналогом всем известной дачной амнистии. Отмечают, что документ может быть принят уже в следующем году. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».